Топовая карта Варика продолжает развиваться, и здесь появился уникальный герой, который стакается от новых юнитов и их комбинаций. Он открывает новые способности и усиливает всю вашу армию. Я буду тестировать его в этом видео. Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос, мы играем в The War. Ладно, против вот так вот строюсь. И заруиню. Ладно, а я за пинга не построился. Да, только пинга. У тебя всего лишь минута времени была. Я дольше минуты думал, что строить. На нас напали. Ну, возможно быть, это, ну, виновата все-таки. Не пинг виноват все-таки, нет? Ну, Меджабуля задрот. Че строишь, гад? В чем дело? Жень, мне так нравится, как у меня это пустынник вампир. Убился об твою черепаху. Просто рейндж призрак атаковал черепаху и умер. Он клёвый. Меджабуля, строй рабочих. Будь френдли. Так у тебя два этих гуляки. А у меня только один вампир. Ну, на этом, в принципе, закончилась моя игра. Чё, все уже? Ну так, чё, голодный кодой с фортифаем. У меня ни одного фортифая нету. Друзья, боюсь, вопрос блокировки Ютуба или вот замедления почти до нуля — это вопрос времени. Даже не знаю, вот сейчас ли вас записываю, вы это услышите на Ютубе без VPN или нет. Поэтому всем предлагаю подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы с вами не потерялись. Я не буду туда сейчас что-то мегаактивно постить. Включайте уведомления. Когда поймем, что Ютуб сломали, вместе с вами определимся с следующей площадкой. Ну, чтобы вы получали видосы по Варкрафту, а я получал ваши реакции. Ссылка на телегу в описании. О, ничего себе, у тебя атак спид, имба. Это криты, не атак спид. О, вот это крысятничество. Так это нормальная стратегия против имбы. Все, я рабочих строю, я френдли. Да. Не хватает дерева. Что-то у меня после того, как я ставил вот этот плагин на аниме-карту, какая-то сверху полоска рядом с голдой разрезана. У вас нет такого сверху? Нет. Ну ты-то не играл с нами в аниме-карту. Тебе повезло. Поэтому и нету. Надо заранее. Смотрите, ать! Скиллуха. Все, вот так вот контрить имбу. Ну жалко, Гуля, вот это первая идет, она первая и отдастся. Накрадабаш. Земля дает мне силы. Ну-ка. Эть. А, ничего себе! Случилось. Разве можно взрыв юзать? В чем дело? Правил. Нечестно. На нас напали. Мать земля. Не знаю, что строить-то еще? Что-то я не понимаю. Мне строить? Ать! Так, что-нибудь с ударным уроном надо строить, что-нибудь клевое. Нужно больше золота. Ударный урон. Я видел это. Ну не ударный, это уже из. Блин, что у меня голды до черта, я ничего не строю. А Питлорд сильный, кто-нибудь помнит? Ну, его нерфили. Был раньше, вот, да. Ну что? А мастер клика? Мастер хорош. Скиллуха. Надо по скиллухе все делать. Так, а нерфили теперь он слабый, типа, или что? Нет, он нормальный. Он атаку уменьшает противникам, это круто. Жук сильнее. Не, ну жук-то это вообще... Тебя беспокоит. На нас напали. Пикс. Что-то какую-то фигни насумонил. А, точно, здесь же авто нет. Почему крипы сами не идут?
Что случилось? Миджабуля, вот приходится за тебя потеть. Прожимать тут. Отдельно. Всякое. Блин, Дим, ну какой вертолетик? Он у тебя убьется по черепаху, мне кажется. Это эксперимент. Вертолетик рейнджоба по черепаху, что? Да. В чем дело? Быстрее. Помоги мне. К сожалению, так и есть. Земля дает. Икс. А, герой кошмарная ошибка. Это вот то, что бафается от этих ребятишек, да? Да, это 8. Да все, гуля, проходи, алло, гуля! Гуля, глупыш! Я видел. Ладно, нормас. Гуля, гуляй, получается. Да, именно. В чем дело? А голем без горелки, да, у него? Питлорда. Вот оно что. Получается. Не знаю. Офигеть, здесь Варденко. Дичь какая, а ты сколько денег-то потратил? Довольно много. А, так ты виспов не строишь, ну ты не френдли. Так ты меня проносишь. Так и чё, не страшно? Все бывает. Вот строю сейчас. Так. Блин, ну Варденко писец, конечно, неприятная. А, ну все, была неприятной. Конечно. Вот этот вот челик с дубинкой. Еще более неприятный товарищ. Вот оно что. Я не знаю, может надо Варденку морозить. Хотя она все равно свои атаки-то нанесет. Да. Не хватает дерева. Да. Не хватает дерева. Давай, родной, финиш. Блин, не добил. А, и она сейчас еще свою, свою атаку снова зафигарит. Жестко. Ну хорошо, что не Варденку бафуют, а вампира. Козлиный вампир, блин. Вампира бафуют? А. Ну да, да. Нормас. Текс, чё, то ли надо на героя копить, то ли не надо. Вообще, герой хорошо. Не, ну а что, если построить кошмарную ошибку и попытаться построить всех вот этих вот ребятишек? Прикольный в целом. Ты сработаешь, скорее всего, все Т-8 строить. Ну да, 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 может быть, когда-то это будет сильным. Так, а чё это мы... Вампир, надеюсь... О, не заюзал свою штуку. Ну, кайф. Так, то есть строим кошмарную ошибку и пытаемся построить все Т-8. Ни разу не играл этой стратегией. Блин, не успел заинкомить. Так, все, кошмарная ошибка. Ну, может быть, кошмарная ошибка строить этого героя. Но надеюсь, что нет. Не, ну смотрите, Миджабуля вообще рабочих небось не строит, а мне хочется уже грейд делать. Да блин, я ж нажал! У меня их больше, чем у тебя. Да? Давай ты не будешь, да. А, нифига, ну ладно, зря ною. Ну я строю еще одного. Ладно, я побеждаю. Так, чё, ну я построил кошмарную ошибку, фигли. Чего? Список комбинаций. А, то есть мне надо именно какие-то конкретные комбинации. Раскаленный творец плюс пылающий Магомед. А, ну вот один у меня из двух уже есть, как минимум. Что случилось? Магомед был. Не попал. Он взрывоопасный. Ой, пошло дело. Че, добиваем-то, нет? Блин, а может еще одного забытого рыцаря построить? В принципе, чем больше забытых рыцарей, тем больше шанс мочкануть. Так, минус шаду, блин, нашей команде. Ну ладно. Еще и проходил.
Опять у него розетки залило. Или что там у него? Не, ну получается, мне нельзя сидеть. Кто-нибудь только контрольте его. Да он не вылетел вроде? Он вылетел, вылетел. А, вылетел, вылетел. Да. Не, ну у меня все-таки тоже, кстати, был дождик жесткий с утра. А у нас что-то сезон дождей, середина июля уже. Уже вторая половина июля, и нифига, нету дождей особо. Ну, то есть бывают, ну как-то. Да блин! Попал, ура. Жень, хватит воровать мои деньги, а? Ну, очень хороший инициатив. Ты еще за танк этот себе деньги воровал? Да-да-да, у меня еще танк деньги жрет. Страта вообще огонь. Ты себе танком воруешь деньги, я тебе еще этими ворую деньги. То есть это двойное обворовательство Димы получается какое-то, да? Да, вообще, да. А, у тебя еще и жук. В городе. Найс. Я вообще на имбе, я даже спорить не буду. Это должны быть юниты Вадима были. Эть! А, все, он уже ярость свою юзал, что ли? Как-то все плохо. Не, ну вот этот челик, который просто берет, добивает юнита и просто тут пропадает. Вообще дичь какая-то, конечно. Так, ну-ка, что у Меджабули? У Меджабули 0 грейдов, он совсем не френдли. Не хватает дерева. Получается. Ладно, ладно, делаю. Да не, как играй как хочешь, я шучу. Так, просто поиздеваться. Да знаю, я потом забанил. Да когда я тебя банил? Ну, дату не назову. Когда-то, наверное, банил, да? Блин, да, все, проходишь баню, получается. Мать-земля, помоги мне. Союзников напали. Да, в чем дело? Такс. Че, живем, не живем? Ну, живем, надеюсь. Я не понимаю, вот есть юнит-загробник, который Т-8? В описании блокировка урона на 3 секунды. Нажимаю на загробника. Блокировка урона на 5 секунд. Как это работает? Блин, ну меня, конечно, наверное, я стал сливать из-за того, что герой вот этот отстойный, который я построил. То есть он типа супер-мега раскачивается в лейте. Да? Когда ты построил всех, кого только можно. А пока он слабый. А у Некра есть какие-нибудь ауры? Никого Некра. Блин. Сикач, выдавай информацию. Некромант который? Как, который кто, герой? Есть такие? Юнит. Нет. Что аур нет, ну окей. Блин, что-то у меня как-то это все плохо, меня начинает гасить Меджабуля. Меня обворовал и начинает гасить Женя. Тут ты, что ты можешь без моих денег, скажи мне? Тут ничего, я поэтому подстроил еще одного волка. Вы вообще не... Как вот в этой толпе попасть? Тут еще хитбоксы у этого вампира сбиты, чтобы специально, видимо... Ну да, то есть я, видимо, себе заруинил игру из-за того, что построил вот этого гадского героя, который вообще абсолютно бесполезный. Ну, то есть, мало того, что я на него потратил деньги, так я еще не потрачу денег на что-то полезное. В этом проблема. Что случилось? Что этот вообще куда-то вдаль пошел? Кто не знает, как начать побеждать Меджабулю? Мне нужен гайд, как начать передать Женю вот с его ворами. Там тебе нужен какой-то средний урон. Ну, нормальный урон. Так у меня у всех нормал урон. Абсолютно у всех. Ну, кроме героя. Защита нужна не нормал, желательно. Не нормал. Это не норма! Ящерицы еще пошли. Ёпрсты. Дерева много. Буль, зачем две ящерицы?
Двойной реген. Ну, я забыл, что отправил. А. Наспех отправил вторую. Чё-то да, я сливаю. Так, чё, собрались что-нибудь? 500, дорого. Что тебя беспокоит? Так, всё, надо что-то сильное. Ауру надо вот эту вот. 470. Аура, это должно быть хорошо. Меджабуля танков догадался построить. Нечестно. А, у нас король умирает. Антикайф. Ну там, шторм. За шторма никто не играет? Походу. Я и так тут у себя потею. Город наших союзников в осаде. Просто там лайф очень сильно проходит у него. Ну, я типа не построил, когда он до будет, и все, даже не достроил. Да в смысле, он же тебя пушил, а сейчас ты его пушишь, как это возможно? Да, я тогда в тот момент и построил. И Блэда, и этого. У тебя 4000 вели, у него 2600. Единственное, да, что я достроил, это вот, вот это. Вихри... Да. Ну, я построил за него тогда чутка. Вообще, да. А вас обычно этим Тосфор занимается, но тут... Сигдачи, почему ты не занимаешься? За... У нас Сигдачи, мы сливаем, это ж как? Не занимается человек вами? Щипец. А, блин, еще вторая пачка приходит. А я смотрю, что-то все хорошо. А там вторая пачка. Там нюанс. Да. Вы вот кого? Я вот вроде на него нажимаю. Ать! Нет! Так и знал. Так, а ты что делаешь? Ну надо свапать, видимо. Так, о, дух волн. Ну-ка. И тут еще... Меджабуля бесконечный какой-то. Остановите кто-нибудь Меджабулю. А, во, минус арморная штука есть. А чё так все плохо-то у нас? Ты делаешь грейда? Нет. Поэтому и плохо, да? Ну да. Я пытаюсь отбиться. Особенно на атаку. Так, ну-ка, чё? Блин, это жир, жирнич какой-то, блин, его фиг пробьешь, конечно. Я видел это во сне. Придется камень строить, походу. Вот отстой. Я впервые, наверное, за все-все-все последнее время... Ну, я впервые строю вот этого нового героя и впервые строю камень. Возможно, это такие как темы. Ну, не исключено, не исключено, что это связано, да? Да, да, да. Не, ну он пипец, он супер какой-то лейтовый. То есть, если у тебя все... Ну, хотя я выигрывал-то, в смысле. Нельзя же лучше выигрывать, чем просто выигрывать. Лайф, давай там не щеми челика. Я построился за Shadow Storm, по идее этого должно было хватать. Я сейчас ничего не строю. А как это, ну, так? У меня 1500 голды, если посмотришь сейчас, из нашей команды. Я типа только за дерево, ну, просто короля грейжу и все. Странно. Ну а как, я построил за Shadow 1000 value, даже больше. Не знаю. Что-то я как перешел в оборонительный режим, стал получше отбиваться. Ну это так и должно, ну, работать, работает, да. А, то есть он... Что-то еще дает? Потратил, вообще был бы хорош. А что за ману? Там надо спелы прожимать, Вадим, камни. И что за спел? Меню улучшений, уе. Там, ну, ауры разные. Нифига. А еще можно нажать, типа, на... Которая ману фигню дает в этом камне. От вэлью. И еще выбрать. А, ни черта себе. Так это имба, а как я проходил тогда к людям, которые... Интересно. Ну, так поэтому у нас качели обычные были.
Только что у меня камень был. Камень-то имба получается. Так, что, мне 6000 value надо как-то наколупать. О, все, наколупал. Можно грейды. Фигарить. Достаточно мощи. Тут не спылы прожимает, в смысле. Нужно просто пассивки покупать. Да. 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 На наших союзников напали. Так, ну-ка, держимся. Ну нормас, что, за счет камня, получается, буду сейчас отбиваться, не буду подфиживать Меджабулю, не буду пропускать. А потом когда-нибудь сделаю всех Т6 юнитов, буду суперсильным, буду проходить, и там буду подхиливать своих покоем. Звучит как план. Не знаю, насколько он реализуемый. А, блин. Надо было дерево подкопить на грейды. Ну ладно. А даже получается, если Меджабуля пройдет, то мне тоже дадут эти деньги, да? Да. Именно поэтому я стою на твоей базе и не прохожу. А, да, то есть твой план, да? Это ты так решил. Да. Окей, окей. Так, а улучшенный воитель бури. Нужен ли воитель бури? Наверное, все нужны. Все Т6 нужны. Пылающий магмоед. Вот, что-то шторм начал побеждать. Кто играет в шторм? Кто молодец? Так я просто построил юнитов чуть-чуть, и все. Хотя это обязанность Сигдача. Сигдача нет. А, есть в нашей команде реально. Это и дело. Я потею, так, меня это со всех сторон отвлекают. Ты не отвлекайся. Варкрафт у нас. Важное дело. У Анубарака имеется аура, которая с шансом позволяет полностью заблокировать урон. А баланс будет где-то в этой ситуации вообще? Вот что фишка. Аура у Анубарака такая. Аура? На него вот... она не действует. А, ну. В фокусе Анубарак тогда. Едь вообще. В фокусе. Говорит. Ну так это уже не, это мне надо фокусить его. Да, а, то есть Женя хвастается своей имбой. Да, да, да. Я прочитал просто, я, ну, не знал же, что происходит, почему такая жопа. Почему так, почему такой раньше прикол вообще с этой фигней был? Так, у этого подхил и баф себя. Огр-маг вроде без аур. И грифон наплевать. Так, ну можно свапать тогда. 100 дерева. Так, паровой страж. Надеюсь, паровой страж... с чем-то комбиться. Вихрь ткач. А что за нововведение комбинаций? Кошмарная ошибка. Виксалиус. Да, то есть, видимо, если у меня кто-то из них есть. Нет, то есть, если у тебя есть комба, ну, между этими Т8, то у тебя у твоего героя появляется обилка. Да-да-да, но есть еще доп какая-то штука. Нововведение комбинаций. Кошмарная ошибка и Виксалиус что-то дают. Писец, конечно, я героя построил. Я вообще сейчас чисто вкладываюсь в этот, в лес. Че? Писец, у меня, конечно, копьеметателей. Так, а что у нас тут за юниты вообще? Селедка не нужна. Таурен тоже не особо не нужен. А, ну ворон есть, кстати, ворон сильный. Можно воронов построить чуть. Меджабуля, у него всего 5 грейдов. Слабый. У меня целых 6. Ну ты взял меня на понт, я делал грейдж, стой. Нормально, что, камень сделал, получается, нормально, как ты живешь, более-менее. А, что там можно, ману качнуть. На нас напали. На наших союзников напали. Исследование. Ну все, маны нет, следующий на 10 тысяч мощи. Окей,
Все. Восьмой делаю. Продолжаем короля подгрыживать. Точно, я вообще забыл. Так, воитель бури. А, ну это... А, вихреткач. О, сейчас у меня вихреткач. Так, получается... А, это вихреткач, а тут Весалиус. Ёпперсете. Тикс. Чё, можно построить одного... А, магический урон. 100% сплэш. Тут юнитов до черта, конечно. 100% сплэш. Приятная штука. Но 500 голды. Если даже героя не грейжу, как будто в этом вообще нет смысла. Он слабый такой. Можно, наверное, сделать АОЕ дэмэдж челика. А, кстати, у Акалита, по-моему, да, аура на всех, не только на Акалитов. Вроде да. По-моему, на Акалитов только было. По-моему, она аура на ранжей, но за счет того, что акалитов супер много, это типа считается акалитовской аурой, но... Такое. Ты не хочешь камень построить? Так я не то чтобы прям очень сильно протекаю. Ну, камень плохо, что он неотменяемый, конечно. Все, построил, и все. До свидания. Да, акалиты всем дают 4 атаки. Халява. Ну, как бы даже не проценты, просто 4. Как-то маловато, по-моему. Ну, маловато, но для всей доски, может, нормально. ХЗ. Текс. Че, мы все загрейдили уже, блин. Не прожалась у меня атака, из-за этого не получил инком. Чертов король. Что-то у меня не хватает золота. Вот. Че у тебя? Да я в моменте, у меня тут 1300 дерева, я наверное. Я в потоке. Так, что делаем-то? А, есть же еще аура у пехотинца, но у него аура только на пехотинцев, по-моему. О, у пехотинца разве есть аура? Добавили, да, пехотинцу улучшенную ауру. Так, ну ладно, листаем, блин, ну 200 дерева, пипец. Освобожденный гладиатор. Ага. А, кстати, версию новую били. Раскаленный творец, ну-ка. О, раскаленный творец плюс пылающий магмоед. Активная комбинация. То есть можно уже короля, короля этого героя грейдить. А, у меня 80 из 80, блин. Ну ладно, тогда делаем... полезные вещи. Так, во-первых, качнем ману. Оп. Так, защита. Че, Жень, проиграл твой сатана? Страшно. А деньги все равно воруются, блин. Да? Так, что, делаем еще пару грейдов. Ну, 8-10, наверное, на этом остановлюсь. Уже не 8-10, пипец. Жестко. На нее старается, да? Да. Ну, у меня вот герой, получается, сейчас получил первую комбу. Или он их бафнул, что ли? Кошмарная ошибка. Стан наносит 125 урона. Че, блин? Так, при постройке пылают. То есть, а, эти ребята, они и так друг с другом комбятся, в принципе. Но так еще лучше. Не хватает дерева. Постройте... А, фермы нет все равно, ну ладно. На наших союзников напали. Ну, в принципе, то есть, получается, конечно, драться на линии важно, потому что, ну, побеждать на линии важно, потому что таким образом ты получаешь деньги за киллы юнитов. А, фермы все еще не хватает. Окей. На наших союзников напали. Так, 450 дерева, блин.
кто-нибудь делал улучшение там на 100 лимита? Вадима пока. И ты? Да. Я. У меня 120 сейчас. Ничего себе. Я тоже. У меня выбора не остается, иначе меня тут развалят. А, Миджабуля один. Миджабуля меня опережает, получается. Но зато у меня грейды 8-10. Так, нужны фул грейды на короля сейчас. Слишком много Жени прошло. Меня он что-то прожал. Шлите за грейд, не очень хорошо. Прошло слишком много Жени. Так, чё мы тут? Давайте всех вот этих вот доделаем. Так, вот этих вот можно. Их два, да? Да, их два. Окей. А, все, я все золото уже и растратил в целом. Текс. Получается, одна комба у меня есть, и еще вот так. Грозовое облако, хозяин приливов. А урон 13 здоровья в секунду. Ну, короче, когда-нибудь я своих вот этих всех ребяток дострою, и все будет хорошо. Но это не точно. Блин, самое интересное, вот у меня 8-10, а у Димы 8-4. У меня 302 инкома, у него 220. Так ты тратил кучу дерева на улучшение инкома, все же логично. Зачем ты логикой меня даешь? Я хотел поныть. Ну, старят. Что тут начинается? Поныть человеку не дают, да? Да. Так. Надо уже, что ли, пытаться пробить гадского Миджабулю. Блин, не знаю, имеет ли смысл реально еще вот прокачивать мне 8-11 делать? То есть это же тоже единичку дает, а стоит, блин, 350. Писец Миджабуля, конечно. Нужны осадные чувачки какие-нибудь. А ты прожимаешь в камне дальше, Вадим, ману? Да. А, магический урон. Ё-моё. Да, жалко, что я воронов свапнул, конечно. Против масс этого осадного, осадной брони были бы хороши вот эти вот вороны. Ну ладно. Как будто бы дальше свапать надо. Чтобы прям уж на максимум своего этого челика заюзать. Ну, Армаз, я сейчас пройду. Если кто-то у нас в команде покой купит. Нарушит покой. По писам? Лень. Ну, проходишь же ты, то есть важно тебе прошло. Да, 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 согласен. Земля дает мне силы. Побежали. Так, а у этого Кадоя какие типы чего там? А, ну мне нужен жесткий танкинг какой-нибудь. Так. Здоровье вражеского юнита становится меньше 600. А, тип атаки хаос, тип защиты укрепленная. Ну не, не такой уж он жирный. То есть экстра жирнич. А, ну голем, наверное, есть экстра жирнич. Ну големы там, да, там есть голем, который... как его назвать... с лайт армором, который усиляется, уверняется от количества. Так, средний армор. Ну, блин, у него куча. Каждый 5 атак дает плюс 1 защиты. Да не, ну, блин, у него получается все милишный урон. Но это получается тоже не особо танк. У второго же хаос урон. Нет, я имею в виду, что с лайт армором он плох против Миджабули, потому что Миджабули урон ближнего боя дофига. Хотя, может, уже надо ренджей смотреть. Ну, кстати, да, у него много ренджей. Может, и пофиг. Да, наверное, можно сделать. Как я и предвидел, на наших союзников напали. Так. На нас напали. Ой, ёпросто, я два раза улучшил челика. Архимонда сделал. Призывает трех големов. Ого, я ж с камнем-то не играл. Что за Архимонд? Подожди, кого-то улучшил. Голема я улучшил в Архимонда.
призывает трех големов, которые при падении наносят 30 урона. И оглушают. Ничего себе. А их можно сколько угодно строить или только одного? Скорее всего, только одного, но там можно повысить лимит на постройку. Ага, ну да, я понял. Так. А, все, да, больше нельзя. Такс. Давайте построим, что ли. Фермы уже не хватает. Ну ладно. Можно тогда последний грейд на дерево сделать. Я, правда, про прошлый грейд на дерево также говорил. И купить кентяура уже. А то у меня, блин, из всех этих штук только заморозка. Не, Вадим, у тебя же есть желание, можно же сделать? Не сказал же, что сделаю. Можно же? Можно, можно. Так, что сделать-то? Командные ауры. А аура от моего камня насколько далеко действует? Что случилось? На наших союзников напали. Какая? Там есть милишная аура, а есть по всей этой, по всей линии. У камня, которая. Ну, я понял, там есть милишные, ну, то есть, которые недалеко, а в основном они, по-моему, по всей линии. А может быть и в центре. Честно говоря, не знаю. Хз, короче, ну я вам покой заюзал, и мои чуваки сейчас придут, там всем наваляют. Не, ну камень реально тема получается. Камбэк механика, которую мы заслужили. Фермы не хватает опять. Так, еще можно грейд на дерево сделать. Что сделать, последний грейд на дерево, что ли? Так. Нормас, получается, я буду покой юзать на центре. А кто у нас гений, исцеляющий газ юзает в центр? О чем? Лайф, а ты в курсе, что он, ну, на врагов тоже действует? Я просто смотрю, давай. У меня юниты дамажат и такие, а ты фига килл. Спасибо большое, Лайф. Извини. Так, а где, что-то я туплю, где дамаг? Так, магическому... Что-то... Где аура глобальная на дамаг? Там всем. На криты вроде только. Криты и скорость атаки, а дамага нету, что ли? Вроде не было. Есть, есть, которая замедляет тебя. Есть, там дамаг еще. Не-не-не, я про глобальные ауры в этом, в камне. Ну, я про камень тебе говорю. Там есть во втором ряду, по-моему, третья, которая тебя замедляет твоих юнитов и урон им дает. 10 защиты. Когда юниты выходят с барака, с шансом 25%, они дополняют, получают 10 защиты. А, второй... про команд, да, я, да, вот, да. Ты говоришь камень, ты про камень говоришь. Я говорю командный именно. Да. Потом про камень сказал, я поэтому в камень и говорил. А на урон, по-моему, нету, нет. Просто на скорость атаки есть, на... Ну, криты хп-эрике. Есть, Лена. Кстати, нашего героя надо крайне подкрепить. Да. Надо лайфу, видимо, что-то построить. Ну да. А, так нет, атака это как раз берсеркер, а лунная призма это скорость атаки. Все логично. Писец, конечно, нужен сиджовый урон. Очень много танкинга, у меня очень мало танкинга. Но мне надо листать, получается. О, вампир. Вампир приятная тема. Хиляемся, пацаны. Блин, ну еще 2 минуты у меня этой ауры не будет. Но зато я... сейчас я здесь всех загашу. И выйду из-под хила. Неприятненько. 15 тысяч мощь. А, у меня уже есть 15 тысяч мощь. Найс. Я побеждаю. Так, 2000 голды, надо срочно что-нибудь построить. Опять фермы не хватает. Писец, конечно, приходится ресов тратить на эти фермы. Хорошо, Лайф, тебе надо до конца проходить. Да, Лайф, дефайся и короля грейдите там.
Давай уже делайся. У Жени уже 15 грейдов на дерево. Да, стараюсь, как могу. Ну ты пипец богатый. А, ну ты то, что постоянно и убиваешь юнитов и проходишь, типа, поэтому, видимо. Углеродистый упырь у меня. Текс. Че, и гидры нужны? У меня уже места маловато. Лимит как-то закончился. А следующий рейд как-то дорого стоит. Сколько у тебя уже? 160? Ну, у меня сейчас будет, уже будет 200. Нифига. Смертник проигрывает. Я вообще получил. Ну, сейчас мы наоборот на центре проигрываем, но я стараюсь, грейжу там короля. Тебя же все ауры в этой игре нашел. Нифига. Как обычно, в принципе. А я, блин, забрал все командные ауры. И не грейжу их. Как не самый хороший человек на свете. А, это гидра 4 лимита сразу стоит. Нафиг тогда ее. С другой стороны, и места уже тоже не хватает. Так, все, я сейчас тогда должен пройти. И построить... Ой, и на центре всех отхилять. В центре хилять уже некого. Я пройду. Так, надо бы какую-нибудь ауру улучшить. Ну, 200, 1800. 1500, во, я нашел. Что-то более-менее по карману. А ну давай, ребята, разваливаем. Блин, ну я могу здесь заюзать, тогда я хорошо пройду. Но тогда мне не хватит... Ну, на центре тогда не смогу покой заюзать. А, на центре уже мои вон воюют. Ну, кстати, нормально, за счет регена они регенятся прям неплохо. Носи свои рога с гордостью. Чё там, чё там? Нет золота. Все, ну сейчас-то я уж пройду. Так. Город наших союзников на что случилось? Как я и предвидел. Что-то жестко. К Shadow Storm уже наоборот слишком жестко проходит. Сложно удержать баланс. За что, звездопад? Вы чё такие, не френдли? Еще молния какая-то. Это кто такой задул? Вот же, вот по-любому Женя. Не, я только подкоп сделал. На наших союзников напасть. Земля дает мне силы. А кто это тогда? Я. Надо хоть как-то дать. Это лайфу занес ищем, да? Подлый миджабуля. А, так вот, ярость берсерка же, Вадим. Улучшает атаку. Чё ты? Так не нашел. Так я нашел, я же сказал. Постройка, да? Да. Я значит, не слушал. Вижу. Так я и сказал, что ярость берсеркера в том-то и фишка, что ярость берсеркера этот... Ну, она вроде обычно она так спит везде всегда в Варкрафте. Но тут нет. Че, свап, что ли? Блин, опять освобожденный гладиатор. Черт. Такой. Припахайте его уже. Все, лимит занят. Книга улучшений. Так. А кто-нибудь может из нашей команды Healing Ward взять там, я не знаю, чтобы мои юниты, когда проходят, вот здесь вот, регенились? Всегда еще. У меня нету ни слотов. Есть, Димасик, слоты? Слоты есть. Вот тогда. ППСов нет. ППСов нет, ну тут уже сложно. И
пинг высоковат. Да что? Меняю пинг на ФПС. Где и того же не хватает. Пинга-то много, а ФПСов нету. А. Что случилось? Да было бы странно, если бы у него ФПС, ну, тут пинга не хватало. Да нормально. Расстояние между нами. В будущее играю. Я пытаюсь за Shadow Storm что-то построить, потому что он как-то слишком огребает, но что-то как-то не особо получается. Вот оно что. Ты не пытайся, все в порядке. Фермы не хватает. Ну, Дим, ты кричи, когда будешь проходить, чтобы я тебя хилял. А-а-а-а! Окей. Что-то тебя уже убили. Не кричи, пожалуйста, когда будешь проходить. Да, тебя убивают, когда ты кричишь, что проходишь. Придется тебе, Димасик, быть внимательным. Писец меня там не любит, конечно. Да когда этот грейд сделать? Все сделался. А, можно... Сейчас, можно продать гулю. А, йо, я не то сделал. Извините за полную стоимость. Так, еще танк влепим. Помоги мне. Постройка завершена. Земля а, блин, а я заюзал замедление на чистое поле. Ладно. Так, сейчас, наверное, можно апнуть. Так. Используйте, чтобы получить ману. Увеличение урона, снижение скорости. Шать регенерацию маны. Че, не наиграли мы с ним? Это под копью зает. На нас напали. Да, под копью зает. Пецов задроты. Так, что, танчик еще, пожалуй. Не хватает дерева. Не хватает дерева. Не хватает дерева. Постройка завершилась. Так, а где мест не хватает? 500 дерева уже свап. И опять этот смоляной страж поганый. На наших союзников напали. А ну, наура какая-то. Земля дает мне силы. Наградобаш. Так. Че, мы проходим? Не проходим. Но я сейчас ауры для союзников улучшу. Может быть, за счет этого мы начнем тащить. В чем дело? Хорошее дело. Земля, помоги мне. Готово. Наградобаш. Постройка завершена. Вот оно что. Готово. Постройка завершена. Так. Так. Чё, я что-то уже наполовину Shadow Storm, только, правда, молчаливый наоборот какой-то. Это как? Странно, что не комментируешь каждый день сюда, Вадим, что-то ты не справляешься. Это странно, что не спорю сам с собой. 500 дерева свап, пипец, конечно, ну что такое? Ой, искрыш. Искрыш. Да ё-моё. О, а можно контролить юнитов через то, что ты строишь что-то перед ними, и они начинают контролиться. Блин, так. Кирилл, на тебе. На всякий случай. Да, ты говори, что тебе делать, я буду делать. Ага. Чё, вас лагает? Ну, да, бывает. Так, ну, тогда плохо. Ой, криво. Ага, крит. У кого крит? О, минус. Жестко. Ну, Кирюх, у меня там только деньги, у меня все построено. У меня на фул построено. Да, мне кажется, я тебя все равно не пробью. Так что там этот, если что, вызывай только этих стражей всяких разных в центр. Можешь качать, прокачать за меня атаку в центре. Это вот все, скорость атаки. Земля дает мне силы. Да блин, у меня реально фул все построено. А, ну вот тут есть. А, или нету? Не, нету клеток. А мне нужно разрешение строить на камнях. Потому что иначе никак. Одна клетка только осталась. Плохие юниты продавай, хорошая строй. Так, а ты чё?
Не, ну Магнотавр нафиг не нужен. На наших союзников на земля, помоги мне. Так. О, что я там? За Шадоу Шторма вы разнесу всех, нет? Ты настолько. Настолько лагаете, что даже этот крит в игру это доходит через 5 секунд. Недостаточно памяти просто. И все. А что, реально оперативки не хватает, что ли, лол? Там, мне кажется, не, недостаточно памяти движку Варкрафта. Ну, 32 гига мне бы, наверное, хватило. Что тебя беспокоит? На наших союзников. А тебе тоже выполнил? Да, его выкинуло. Так, ну чё, проходим? Не, ну реально отстой, что клетки кончились. Вот я-то вообще этот ролик записывал как второй. Но походу он пойдет отдельным. Нет, проходите, ребята. Проходите быстрее. Хил. Хил, не хил. Хила нету. Эх. Нет. Ладно, всем пока.